Здорово всем, народ! Добро пожаловать в Дарку. Ой, Дарку. War Universe, тут и елы-пала. В общем-то, сейчас я видео снимаю 1 апреля, кому интересно, 2021 года. Оно выйдет, да, позже, я за игрой еще буду наблюдать. Я появился в сектор, который надо пройти. О! Все. Как я такое, бля? С одного выстрела. Ну и с двух. Нравится? Какой к черту баланс? Здесь еще и платину надо платить, которую ты зарабатываешь, убивая с мобов. В общем-то, на этом я завершу сезон. Вероятно, раз и навсегда. За игру я еще послежу. Эта серия выйдет немного попозже. Но я вам могу сказать сразу. В Facebook я так и напишу, что все, хватит с меня. Ну, хотя там серии, сезон завершить. Ой, бляха-муха, этот корабль, извини меня, я думал, хотя бы он мне поможет. Но... То есть ты сам видишь, сколько у меня хп. 512 тысяч хп, 100 с лишним тысяч щитов, меня убили с одного раза. Нахрена мне такая игра нужна? Это что, блин, за бред-то такой? Меня с одного выстрела убили. Да меня в Дарке никогда не убивали с одного, бляха-муха, выстрела. Че, серьезно, что ли? Вы прикалываетесь. Господи. Эта игра еще хуже, чем Дарк, раз 50 оказалось как. То есть ты запер в трех системах, с них никуда выбраться не сможешь. И тот, кто развился, он и будет управлять. Даже если он один или там 2-3 человека. Остальным здесь делать нечего. Ладно, я тогда эту серию выпущу пораньше, чтобы вы понимали, что здесь происходит. То есть вы реально заперты вот в трех системах. Все, вы хрен куда дальше двинетесь. Вот в эту систему я пытался попасть, я не могу попасть. Меня убивали там уже 3 раза. Здесь смерти стоит платину. Платину. Убивают меня, да и с одного выстрела. До этого хотя бы злох убили, блин. Что нет, это никуда не годится. Ладно, это я тогда серию сделал не в завершение сезона. И пока общий вывод из завершения сезона 01, серия потом, народ, выпущу. Я еще так за игрой посижу, посмотрю, но сразу говорю, за месяц к игре, которая в этой игре, где я сижу, тут никаких правок баланса не было. Да, здесь нет ботов. А какие здесь боты? Тут никому развиться нахрен не дадут. Хорошая игра. О, да, очень хорошая. Как вы, бляха, в нее играете? Можно вопрос? Я вот что-то не могу, не получается. Руки на жопу растут. Ну, наверное, потому что надо пробраться как-то в эти сектора и в них попробовать как-нибудь что-нибудь пофармить. Но, увы, это сделать пока нереально. Класс. Аплодирую стоя. Да, спрашивается, зачем такая игра нужна. Я не знаю, ну... Кто-то, может, смог развиться, но я даже пытаться не буду. Мне, ну, лично в пень не надо. Ладно, народ. На этом я заканчиваю этот сезон. Игру, к сожалению, я рекомендовать никому не могу. Пока до разработчика не дойдет, или пока он свою жопу сюда не засунет, не попробует поиграть в нее. Я посмотрел бы, как он тут поиграл, показал бы на видео тут. О, смотрите, я развился здесь за месяц, могу хотя бы пролететь в систему, меня с одного выстрела не убьют. В Дарке хотя бы, там каждая смерть, она бесплатна. Вне зависимости, там платная подписка, неплатная подписка. Здесь этого нет, здесь платина нужна. Это платины 500, пусть хоть и не быстро, но набить-то в принципе можно, но... Во-первых, что будет, когда она кончится? Еще тот вопрос. Ладно, я на этом завершаю, народ. Серии выйдут гораздо позже. Но у меня эта игра вот что-то вообще абсолютно не радует. И после такого, когда вот меня уже с одного выстрела сбили, нет. Все, нахрен. Всем удачи, всем пока.